Итак, здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала, с вами снова Андрей, и мы продолжаем повторять матчи чемпионата мира, которые идут буквально сейчас, сегодня, завтра, вчера. Итак, сегодня играла Мексика и Камерун, и Испания с Голландией. Давайте же проведем эти два прекрасных матча. Сначала, естественно, Мексика-Камерун. Мексика выиграла 1-0. Собственно, ну я, наверное, буду играть за Камерун. Мне более симпатизирует. Опять оставляем профессионал, как в прошлый раз. 4 минуты. Так, Камерун, ЭТО, Team Management, Play Match. Бразилия, Манаус какой-то. Манаус, я не знаю, где это. Арена Амазония. Красивая арена довольно-таки. С виду. Все понятно. Ни там, ни там, я почти никого не знаю. В Мексике знаю Карлоса Велу, который играл в Арсенале, опять же. В Камеруне знаю Самуэля Этуо и все. Так. Зрители ликуют. Так, а ну-ка, давайте посмотрим. Так. Давайте выберем стороны. Где это? Settings. Давайте выберем сторону Камеруна. Yes, yes, АБХС. Все, понеслась. Давайте, я не знаю, все-таки в Бразилии мы нормально сыграли, согласитесь. Сегодня 4-1 выиграли. Офсайда не было. Отличный пас. Сука, так классно было сработано все, ребята. Ну как мы не забили? Пиктоп, а ну стой. Я даже не знаю комментировать, потому что... Как комментировать, потому что я никого не знаю здесь. Забава. О, Алексонг, это, кстати, из Арсенала чувак тоже. Я не знал, что он здесь играет. Нужно просто вынести мяч. Ой, далеко, конечно. Черт побери. Так, я не знаю, конечно, 1-0 навряд ли мы... Ну, точнее, Мексика выиграла. Кстати, не знаю, почему выиграла Мексика, потому как, на мой взгляд, Камерун сильнее все-таки. Ну, и физически, и именно по мастерству. Отлично, мы заработали угловой. Это будет угловой, да. У нас какой-то Моканджо подает. Я не знаю, кто такой, блядь. Ну давайте, сука, забьем. Нет, угловой. Нет, не угловой, блядь, всего лишь свободный удар. Единственное, что меня радует, это плакаты, рекламные постеры, плакаты, как хотите называть их, блядь. Кока-кола. Так. Бля, ёб твою мать. Соберись, тряпка. Ну, кто выйдет, сука? Опять пока... Пока ты приготовишься, блядь, он уже в офсайд забежит, вот, потому что... А, свободный удар, да? Я думаю, что ничего серьезного не будет. А, блядь, да выбей, сука! Выбил, но, блядь, уже из ворот. И там стеклица, гляньте, в углу. Ну, блядь, обидно, конечно. Ну, вот смотрите, все пока идет по плану. Мексика выиграет 1-0. Правда, забил другой чувак. Фернандес какой-то, блядь. Ну, что это за пиздец? Гляньте, как он накинул. И здесь, гляньте, вот в борьбе я не смог просто, блядь, как-то выбил через сетку с другой стороны. Это просто пиздец. Если бы они не толкались, я бы тогда, наверное, нормально бы выбил. Еще этот Фернандес, блядь, еле ударил. Сука. А где это вообще играет? Нет, я так и не посмотрел. Давайте сделаем фирменную закидочку. Естественно, этот пиздюк, блядь, не успеет за ней. И закидочка пошла пиздой немного. Извините, извините. Ой-ой-ой. Ну, блядь. Да ёб твою мать. Ребят, надо в любом случае отыграться. Я говорю, что я играть не умею, поэтому, блядь. Вообще в Камеруне играет, блядь, хоть это увы или нет. Может, я вообще не осведомлен, блядь. Потому что я
только знаю тех, кем увлекаюсь. Это Франция и Арсенал, собственно говоря, из клубов. Так, давайте, блядь, какие цвета такие. Ну, цвета такие были и сегодня в матче, поэтому я хотел, чтобы было все правдоподобно. Ай, как красиво все было, блядь, разыграно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ну это просто было потрясно. Взял на себя игру и пробил плотным ударом, но, блядь, мимо. Кто это бил, кстати? Бебо. А вот он, это о, что ты дрочишь коня. Ребят, нужно отыгрываться, блядь, потому что все повторяет сценарий игры действительности. Мне это не совсем подходит. Ёбаный в рот. Вот оно. Офсайд, блядь, офсайд, сука. Долго очень ждал, пока мяч обрабатывал. Ладно. Давайте. Блять. Так. Забрал мяч. Давайте сыграем вверх. Пуканчик, ебать. Какой-то мудак мне звонит. Звонит, точнее. Да на, блять. Да ну как, Лёнчик, какой, сука, вратарь. Отбивает и защитники вовремя. Главное, что поспевают. Вот сейчас главное этого не упустить. Сейчас будут закидки. Блять. Ну что же, давай. Окей, everybody yesterday. Они, походу, удумали, блять, еще один гол хунуть мне, но нет. Я так просто, блять, не дамся. Не нужно мне звонить, блядь, хотя ночь на дворе, мне все равно звонят. Макун. Да ну, блядь. Как так-то? А, офсайд, отлично. Блядь, первый тайм закончился, мы с вами пролетаем, дорогие друзья, пока. Надо хотя бы сравнять. Хотя у меня шансы были, блядь, но... Сука. Куча, блядь, черных ребят, которые... Вот это сейчас, блядь, штрафной должен быть. Вы видели, что он вообще сделал, сука? Он тупо меня, блядь, завалил. Не, ну это серьезно, хуйня полная. Уходите, уходите, блядь. Да сука. Вот тут, блядь, просто посмотрите потом еще раз, как нахуй... Он на меня навалился, мудак. Джованни Дос Сантос, блядь, на угловой выбил. Ну, что это, сука, за, блядь? Continental. Ties Engineering, Джованни, блядь. Помните рекламу, да, такую? Вот. Ну, может, и словишь, слава богу. Я уже думал, сейчас хуйню какую-то исполнит. Кстати, кинул довольно-таки, блядь, неплохо. Сванг пошел в атаку. Не очень-то меня это радует, перспектива. Давайте Бедиму, блядь, подключим. Да ну ебаный стос. Ебать, вы посмотрите, что вратарь, блядь, исполняет. На. Ебать, эта писюлечка еще могла залететь сейчас. Ебануться, блядь, туфли гнутся. Сука, стой, петух. Отлично, ребята. Одного убираем, давайте проходим этого. Ну ёб твою мать, блядь, дайте что-нибудь пенальти хоть какой-нибудь. Ебать, я его скосил. Ну просто сейчас откис по-конски, ну это хоть не красное. Ну под форму желтая подарит как раз. Конечно, на самом деле въебал его неплохо. Это чечерита, что ли, блядь? Ладно, ребята. Есть еще немножечко времени, очень мало. Офсайд, за которыми можем сравнять счет минимум. Сравнять, я надеюсь, сейчас получится, так как у нас все-таки атаки проходят. Так, давай. Нихуя себе! Да ну, блядь!
Заебало. Давай, 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 не свисти, родной. Играем дальше. Никто не свистит. Сука, стой. Его просто, блядь, не остановить. Ну, ёб твою мать, нехай. Сейчас еще даст желтую карточку. Ну, пусть ты нахуй, Макун. Блядь. Обидно будет, на самом деле. Но я... Ладно, я потом скажу за. Да ну, сука, успокойся. Александр Сонг, да. Саня Песня, я его называю. Макун. Ёб, там еще один, блядь, урод стоял, я его не увидел. Вот это уже, ну не, это уже прошла, конечно, возиловка конченая, я думаю, увидите. Да хуй там. Угловой, да? Ай-яй, ребятушки, одну атаку хотел провести, но мы уже не успеем, скорее всего, с вами провести атаку. Единственное, что меня радует, что счет будет как в жизни, блядь, скажем так. Давай, 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 давай. Ну, пожалуйста, нужно забить. Ай, как, блядь, ну, сука, ёбаный стос. Как это было красиво все. Блять, промах такой обидный, на самом деле, сука. Корона у них на воротах стоит, я не знаю, блять, кто это такой, корона. Блядь, сука. Да ёбаный, блять. Сейчас еще один забьют, это офсайд. Так, может еще попробовать фланговую атаку сделать. Ёбаный, блядь, дурак. Да, тут, блядь, сделаешь. Куда ты, сука, даешь? Вот эти, да, фразы привычные, кто FIFA играет? Нихуя себе. Блядь, ты просто стоит, блядь. Статично. Давай, давай, давай. Ну, Санечек. Ёб ты придумал хуйню, пиздец. Все, проиграли, дорогие друзья. Ну, блядь, обидно, конечно. 1-0, как на самом деле. Но я старался как мог, увидели. Я не очень хороший игрок, опять повторюсь, но, блядь, ну это все равно обидно, мог забить. Я не думал, что у меня даже будут шансы, но вот этот, блядь, кучерявый чувак радуется. Это и то, плачет в кумачах. Да. Ну что ж, дорогие друзья, я с вами прощаюсь, с вами был Анри. К сожалению, мы проиграли. Ну, счет реальный. Всем пока.